в любом случае буду виновата. Типа уже без шуток, уже типа, ну все. Что бы я ни сделала, любое действие вызывает агрессию какую-то. Ты почему начала повышать голос на меня? Чего вообще уважаешь? Потому что ты меня не слышишь. А ты думаешь, если ты будешь орать, я тебя услышал? Ну ты же орешь на меня постоянно. Я на тебя не постоянно. Ты думаешь, что я должна тебя услышать? Да, ты же со мной спокойно не разговариваешь. Не сейчас. Вот ты у меня орешь, о чем мой косяк? Что ты говоришь? Вещи, которых не существуют. Они существуют, если я о них говорю. Я что, тебе маленький ребенок, чтобы придумывать? Я всегда говорю по факту. Если ты думаешь... Если меня что-то беспокоит, я тебе об этом говорю. Если ты думаешь, что я буду вставать в 6 утра... Я не говорю... Я готовлю на весь день. Нет, я тебе говорю об этом сразу. Нет, такого не будет. Настя, я уже понял, что такого не будет. Я не хочу... Ну, зачем ты взял? Я больше ни разу... Зачем ты взял? Ну, если я такая... Я больше не попрошу у тебя ничего. В чем тогда смысл отношений? А что для тебя отношения? Это что-то друг для друга постоянно делать? Ну не можешь, ты не хочешь делать. Окей. Я тебе напрямую просто говорил, чего мне не хватает от тебя. Каким способом? Неоднократно. Каким способом? Я с тобой несколько дней разговаривал. Та, какая ты была вначале, и та, какая ты сейчас. Ты два разных человека. И я пытаюсь понять причину. Причина в том, что ты каждый божий день говоришь о том, какая... Я указываю на те моменты, которые меня могут задеть, и которые меня обижают, про переписки, про еще что-то. Что мне, молчать? Подожди, скажи мне, мне молчать? Ты сама сказала, говори мне, я тебе говорю. Нет, просто задумайся над своим выбором, и все. А что мне задумываться? Я прекрасно знаю, чего я хочу. Почему тогда ты со мной? Потому что я тебя люблю. За что? За что? Подожди, у нас нет нерешаемых проблем. За что? Просто так я тебя люблю. Вот не за что, просто люблю и все. Мне что, нужно какие-то причины для этого?